Привет, друзья! Я Быстрый Олей, снова с вами. Сегодня 10 октября, Ниагара, солнце и красивые друзья. В это прекрасное утро интересно посетить White Water Walk. Найти это место очень просто. Здесь, напротив, расположился интересный храм. Я думаю, буддистский. Красивые девушки хотят красивые фотографии. Ну и вот на выходе из туннеля открывается такая панорама. А дальше уходит дорога в неизвестность. Рассказывают много легенд, интересных историй. Например, одна из них, если увидеть мост, соединяющий Канаду и с Америкой, по этому мосту в феврале 1912 года шли люди, и мост обвалился, рухнул прямо в водопад. Много людей погибло. Одна молодая пара, мужчина и женщина, выбрались на лед. На этом льду они проплыли дальше, но им не удалось спастись, потому что дальше идет круговорот, и они просто погибли. Вот такая история. Здесь проходила железная дорога на американской стороне. И в 1935 году этот берег обрушился. Много-много железа рухнуло в этот поток. И после этого дорога перестала существовать. Периодически вот эти вот скалистые берега обрушиваются. Преград нету. Вот на той стороне американские любители как-то так спустились и наслаждаются природой. Периодически какая-нибудь глыба все-таки скатывается вниз. Поэтому висят такие таблички. Ну и, конечно, звездочки. Как же без них? А теперь мы идем купаться. Сейчас спустимся вот по этому мостику. Из-за Миссури здесь написано, купаться нельзя. Сегодня мы пролетаем. Ну ладно. Стрельба, кто кого? Профессионалы за работой. Для модного журнала. Кинозвезды тоже присутствуют здесь. А кому повезет, можно встретить вот таких зверюшек. Может, нам тоже повезет. В этом вагончике можно переправиться на другой берег. Здесь можно долго стоять и наслаждаться красотой этого места. Место для мечтателей и влюбленных. Шуршит листва под ногами. Слышно, как шуршит? Да, осень пришла. Здесь можно побывать на фабрике, где изготавливают красивое стекло. Вот такие вазы. Миллионы расцветок. Все блестит и сверкает. Эксклюзивные вещи. Ну и цена, конечно, соответствующая. Вот, например, такой цветильничек стоит $600.
И вот мастер за работой. Мастера стеклодува, которая стоит у нас всего лишь на всего 89 долларов. 5 минут. 5 минут и готово. И готово. В Ниагаре много местечек, связанных с культурой индейцев, native people. Вот одно из них, это частный магазинчик. Мы зашли и увидели колоссальные вещи. Очень жаль, что здесь нельзя фотографировать и снимать внутри. Но зато можно вот сфотографироваться с такой птичкой. Скоро Хэллоуин. Здесь страшно, но интересно. Пошел снег. Там море. Пошел снег. Там на самом деле. Девушка, как вам Ниагара? С хорошими друзьями, с хорошей компанией. В любом месте будет очень хорошо. Девушка, а вам? Как вам Ниагара? Очень понравилось. Я еще хочу съесть. Этот с канадской стороны, а этот с американской. Вон их как там мочит. Просто под душем стоят. А здесь радуга, здесь обычно радуга. И можно увидеть радугу. Все цвета. И забраться наверх на башню, чтобы посмотреть все оттуда. И под конец дня они замечтались. Кто о принце? О чем вы мечтаете, девочки? Выиграть пару миллионов в казино. Так. Тогда и принцы появятся. Ага, вот оно что. И, конечно, зайти в ресторан, отведать вкусной пищи. Что это они там делают? А, так это же фонтан желаний. Вот они. Миллионы долларов. Салки. Темнеет. Вышла луна. Зажглись огоньки на Ниагаре. Пора домой.